Необходимо сказать, что в Приморском крае зарегистрировано более 200 тысяч заражений инфекцией COVID-19 и сохраняется заболеваемость на сегодняшний день более 150 случаев на 100 тысяч населения. В регионе Сибири и Дальнего Востока за последние полтора года умерло более 10 сотрудников онкологических диспансеров от данной инфекции. Несмотря на попытки сохранить службу онкологических диспансеров, паралич всей медицинской помощи, перепрофилирование многих отделений и также карантин и другие события за этот период привели к снижению впервые выявленных заболеваний ЗНО в Приморском крае по всем локализациям более 20%. И несмотря на то, что эта ситуация восстанавливается, на сегодняшний день сохраняется снижение показателей впервые выявленных более 15%. И к 2022 году, к концу, по прогнозу, это снижение сохранится на уровне 14%. И показатели 2019 года, скорее всего, мы можем достигнуть только в 2024 году. Среди трех основных онкологических локализаций также сохраняется снижение численности впервые выявленных заболеваний по отношению к 2019 году от 13% для рака почки до 23% для рака предстательной железы, где ситуация развернулась наиболее драматично. Для мочевого пузыря снижение также было кратковременным до 23%, но оно было кратковременным и практически за год восстановилось за счет увеличения частоты обнаружения рака мочевого пузыря у пациентов с гематурией на фоне приема антикоагулянтов, которые обращались экстренно в урологические отделения. Опухоли почки продолжили свое случайное выявление у пациентов, которые обследовались на COVID, в том числе, что частично компенсировало недовыявление злокачественного образования почки. Единичные случаи выявления метастатических форм онкоурологических заболеваний не компенсировало недостатки диагностики злокачественного образования онкоурологических локализаций за этот период. И несмотря на большое количество компьютерных томографий, которые были выполнены по поводу пандемии и инфекции, значимого увеличения выявляемости всех форм метастатических злокачественного образования и даже рака легкого в Приморском крае не зафиксировано. Кроме этого, в отношении режима мы всем пациентам настоятельно рекомендовали вакцинацию. Нами получены данные о 180 отложенных госпитализациях, в том числе и для проведения химиотерапии, таргетной терапии. Как правило, это продолжалось порядка 3-4 недель. В условиях стационара было прервано лечение у 61 пациента. И в связи с развитием инфекции после госпитализации противоопухолевая таргетная терапия возобновлялась сразу после разрешения симптомов и отрицательного результата ПЦР. На сегодняшний день мы считаем эту тактику приемлемой и считаем, что она обеспечивает отсутствие увеличения нежелательных явлений при лекарственном лечении и позволяет возобновить лечение без развития полиорганной недостаточности. Также эффективность выполнять тесты в день операции, которое было в настоящий момент изучается, было проведено и сейчас вот продолжается этот, в общем-то, такое исследование. 500 исследований, и нами выявлено только 2 положительных случая, которые позволило отменить или перенести 2 операции. Значит, административные решения в этот период ознаменовались организацией деятельности онкологического консилиума, организацией отдела телемедицинских консультаций и активное его проведение, получение хорошего результата как на центральных базах, так и в рамках края между лечебными учреждениями. Огромная работа проведена
администрации онкодиспансера в становлении и открытии ЦАОПов, про которые говорили в Приморском крае о их нецелесообразности. Тем не менее, структура медицинской помощи и отсутствие или очень низкое качество первичной специализированной помощи, доступ к терапевтам, дефицит кадров помогло, значит, в стабилизации состояния, открытием 10 ЦАОПов, которые хорошо оснащены за счет, наверное, достаточного финансирования онкологической службы, которые очень положительно сказалось на доступности лекарственных препаратов, доступности решения консилиума и так далее. И также в этот период знаменовалось открытием онкологического отделения хирургических видов помощи на 35 коек, которые также помогло увеличить доступность и качество лечения пациентов этого профиля. В отделении выполнено более 700 операций с нулевой общей и на сегодняшний день послеоперационной летальностью. Ну, маленький фотоотчет нашего скромного молодого отделения, которое пытается встать на ноги. И мы привлекаем и Российское общество онкоурологов, и в том числе урологи Хабаровского края, которые нам помогают в становлении. Кроме этого, необходимо сказать, что в организационные трудности в доступности, в том числе тестов на обследование на ковид, было принято решение выполнять ПЦР-тест в приемном покое онкологического диспансера, потому что мы знаем, согласно приказам, что действие теста, оно менялось от 7 дней до 48 часов, последние изменения, и часть пациентов поступали в отделение на госпитализацию либо с просроченными тестами, либо без тестов, которые были недоступны выполнить в краях. И тест выполнялся в приемном покое, значит, выполнено более 5500 тестов. И при этом выявлено 108 положительных, то есть это отложенные госпитализации, которые позволили увеличить доступность качества медицинской помощи, лекарственное лечение, хирургическое, а также снизить эмоциональное напряжение пациентов и отношений с персоналом. Несмотря на пандемию и все негативные события, которые сопровождали этот период, в Приморском крае отмечено снижение интенсивных показателей смертности от новообразований, что мы считаем обусловлено в том числе и теми усилиями и совершенствованием организации онкологической помощи в Приморском крае. Но жизнь покажет, как оно было. Кроме этого, необходимо сказать, что мы все знаем, что 35 смертей предотвратимы с помощью качественного онкологического скрининга, и для онкоурологических пациентов это ПСА-тест, поэтому необходимо не игнорировать и пользоваться максимально, насколько это возможно. Всех я призываю. Ну и в заключение хотелось сказать, что несмотря на плановость госпитализации пациентов с онкологической патологией, низкую, вот, короткую годность ПЦР-теста, все-таки продолжается наблюдаться развитие инфекции стационара после операции и химии таргетной терапии, которую иногда приходится прерывать или откладывать. Проведение экспресс-теста в приемном покое стационара мы считаем очень было положительным, правильным решением, которое повысило доступность стационарной помощи и снизило напряжение перед предстоящим этапом лечения. Также улучшит качество и доступность лечения, проверки и помощи ЦАОПам, а также разработка экстренных корректирующих мероприятий по улучшению первичной медико-санитарной помощи, а также маршрутизации для оказания специализированной помощи. К сожалению, очень многое приходится в ручном режиме все иногда решать. И также актуально урегулирование проблем оптимальной загрузки медицинского оборудования для лучевой диагностики в этот период, но также очень актуально.
Кроме этого, необходимо внедрение информационной системы «Анкор», которая очень сложно пока внедряется, которая позволит осуществлять контроль маршрутизации с подозрением на онкологическое заболевание и медицинских информационных систем во всех медицинских организациях. И мы знаем, что сейчас в Приморском крае есть временный приказ о временной маршрутизации, где пациент в обход онкологического диспансера и всех приемов от терапевта может поступить планово в онкологическое отделение, например, тыщекоечной больницы, где ему выполнить все, начиная от анализа крови, заканчивая КТ, МРТ, ПСА, биопсии, цистоскопии. То есть вот, и возможно, этот временный приказ еще будет несколько раз повторяться, потому что на самом деле это значительно улучшает доступность помощи. И необходима помощь дневным стационарам ЦАОП при проведении противоопухолевой лекарственной терапии, организации диспансерного наблюдения онкологических пациентов, потому что там, конечно, часто работают молодые специалисты, студенты, терапевты без опыта, которые нуждаются в нашей помощи. Спасибо за внимание.